хватит гулять. Пора. На работу. Итак, всем здравствуйте. Значит, сегодня коротенькое видео. Такой у меня подарок сегодня от Элдуса. Вчера забрал вечером. Вот. Это ступица для на ветряк новая, значит, держатели стаканов и сами стаканы, внутренние 40. Это под новую лопасть. Так, для чего сделано? Ну, во-первых, вот мой старый, моя старая ступица. Мне сама конструкция вот это вот составных вот этих деталей как бы не очень нравится, а было сделано изначально под квадратный мах. То есть вот здесь вот был квадрат. Вот для установки угла, для изменения угла на винту, на винте, было именно вот так вот сделано. Ну а потом, когда деревянный поменял на стеклопластиковый, сделал уже вот эти круглые. И если, короче, ну не нужно мне изменение диаметра ветроколеса. Мне нужно остаться в том же пределе, как вот при этих лопастях. Вот. Так как лопасть длиннее у меня, вот, следовательно, и конструктив надо менять. То есть я бы сюда еще, если бы вставил, то есть ну, намного винт бы у меня по 3 метра был. Короче, вот решил не экспериментировать. Ну, вот. Тем более была возможность, у Илдуса вот заказал, выточил мне новый хаб. Новая ступица. Большое спасибо, огромная благодарность за занесение в личное дело. В общем, как-то так. Всем пока, удачи.